Всем привет, с вами Игорь, мы продолжаем проходить Dark Souls. В прошлой серии мы победили Арториаса, должен сказать, что это была битва очень серьезная, очень сильная, и с какого-то сотого там раза я прошел ее, прошел этого босса точнее. Так, вот я нарыл, короче, меч Квилех, как и обещал. Монстры просто тают от него. Раздутая голова, большой склоп титанита, неплохо. Так, немного управления не привык, потому что в Final Fantasy там другое управление, немного стиками. Ну ничего, привыкну. Сейчас мы идем дальше. Насколько я знаю, тут помимо Арториаса еще есть боссы. Потом как это является DLC. Щит, как я уже говорил, это щит из душевого сифа. Очень таки хороший щит. Лучше, чем предшественники, которые у меня были. Это вообще жесть, это вот именно хороший щит. У меня тут есть еще какое-то кольцо Арториаса, не знаю, что оно делает. Позволяет путешествовать по бездне. Странно. Странно, не знаю даже. Не знаю, так. Видимо, для чего-то это кольцо нужно. Это для путешествия, но вот для какого именно, что-то я не пойму. Что-то тут с загадками все. Пишет, так. Куда сюда нам? Или не сюда? Может, сюда? То, что тут тоже такой спуск есть, но он не работает. Значит, нам дальше. Маги тут умирают с двух напасов. Хотел напугать меня. Так. Идем дальше. Щит неплох. Я удовлетворен вообще. Так. Что тут за спуск такой какой-то есть? Какой-то секретный проход, что ли? Ну что ж, давайте сюда зайдем так. Хотя нет, это не секретный проход, там дальше сундук есть, я вспомнил. Давайте сейчас туда пойдем. Пойдем за сундуком. И тут тоже есть спуск. Даже не поймешь, куда толком идти. Что-то они слабачки. Знак отлично. Странно. Что это? А, нет. Я думал, это жесть, это знак. Даже не знаю, что он может означать. Ну, потом в инвентаре посмотрим. Хотя давайте сейчас посмотрим, что он означает. Так. ХЗ. Даже не знаю, ладно.
фиг с ним. Покаместь. Если это ключевой предмет, то он нам пригодится. Но это не ключевой предмет, не знаю даже. Иди сюда. Умные монстры. Ой, блин, повернулся. Черт, протупил. Жестко протупил. Так, снова мы оказались здесь. В прошлый раз меня убили. Блин, я уже набил вроде шишку и забросил игру, и все равно эта шишка как бы уже прошла, да? Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потому что я с ними должен разбираться на раз. Не тупить, а я туплю. Блин. Опять протупил. Идем. Аллилуйя. Неплохо. Так-то. Мусор. Ха. Очень хороший предмет. Главное, нужный. Что тут у нас? Опасности есть? Нет? Вот и тут их многовато, конечно, многовастенько. Сзади. Сзади, сзади, сзади. Блин, там еще и маг. Блин, нет, это не там. А где он? С той стороны, что ли? Или их тут двое? Двое. Черт. Черт, 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 черт. Ладно, пойдем завалим. Блин, гады, хп сколько жрают, а? Не напасешься, честное слово. Все. Все, 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 все. Ненужные вещи выпадают, короче, уже из них. Так. Ну, то есть не ненужные, а уже фул у меня. Забито все уже. Ай. Так, чуваки, это плохо, плохо. Сука. Гляньте, гад. Сука, какие гады, а? Уклоняется еще. Вот это у них смелости. Кто там орет? Туман тьмы. Интересно, зачем он мне? Так это что знакомое мне тут? Случайно драконов нету? Блин. У меня один эстус. One love. Так, тут спуск какой-то вниз, не знаю, туда не хочется идти пока что. Так, а там у нас
и магии, вся шушера. Так, было бы неплохо сейчас. Так, большой лук дракона борца. Они фиговые, конечно, на домах идет. Придется другим образом тут действовать. Там еще был какой-то вход или проход. Так, тут вроде ничего нету. Раздолбать ничего нельзя. Невидимых стен не оказалось. Даже бонфайра поблизости нету. Магии тут, конечно, вот в этой локации доставляют. Чё, нет? Странно вообще. Никто орёт. Это мимики, наверное, вот эти, они и орут. Больше некому. Ну чё, может спуститься вниз? Если там темно. Ладно, давайте попробуем. Вот, точнее, вверх. Блин, мне что-то казалось все-таки вниз. Странно. А, видите, мы вышли. Я их тут не гасил. Сейчас придется это сделать. Что-то бэкстепа им не делается ни в какую. Короче, их можно и без щита валить. Они такие... Такие чуваки, которые... Валятся даже так, голыми руками. Так вот, бонфайр наш родимый. Идемте, идемте, идемте. Так. Ой-ой-ой, чуть не упал. Ух ты, сколько их тут понавалило. Куски мяса. Мертвого. Так, ну если впереди босс, то фантом. Фантом, может, здесь будет фантом. Не знаю, не знаю, точно не знаю. Но хотелось бы. Хотя мало ли чего мне хочется, да? Так, ой, бляха муха. Ой, тут многовато будет. Многовато, парни. У вас много, много. Чуваки, погнали, 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 погнали. Сучара, сучара. Да, только хардкор. Там дальше какой-то мах стоит вроде. Сейчас мы это узнаем, кто там стоит и кто там чё. Так, тут можно, короче, пробегать. Нет смысла с ними... А, нет, там же лифт. А, лифта нету, лифта нету, нету, лифта нету, лифта. Ай, прыгают, 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 на меня прыгают. Ай, ай, классно. Ничего не скажешь.
просто офигенно. Как они быстро забирают ХП. Просто очуметь. Ну, видимо, вот такая, это самое, не подходит мне роба, потому что очень-то она сильно пропускает все. Может, так снова пытаемся здесь пройти, конечно, тут западня, конечно, еще та. Но ничего, сейчас пройдем. Я в это уверен, я в это верю. Я уверен, я верю. Чик, чик. Так-то. Блин, они пускают этот пепел. Ну, не пепел, а отравление. Так, это тоже плохо. Получается так, что если мы из укрытия не, то они высыпают газ, который, собственно, в итоге отравляет нас. Так. Что тут у нас дальше, маг? Что там стоит? Кто там, точнее? Кто эти люди? Это статуэтки всего лишь. И кто это? Этот чувак опасен, нет? Блин, это что-то страшное. Еще бы. Почему это не завалишь? Нужно оружие покрепче. Наверное. Я знаю, какое, но он мне не дает. Взять его. Ну, отвалишь ты или нет? Так. Сейчас. Сейчас мы ему дадим просраться. Где оно? Так, большой меч дракона. Ну чё, иди сюда. Это всего лишь один такой чувак, и будут еще. Мне кажется, он уже не появится. Но это всего лишь кажется, может и появится, ну ладно. Так, чё тут? Идем дальше. Все-таки щит хорош, и доспехи медиумов тоже неплохие. Так, а чё если статуэтку долбануть? Ничего, будет. Странно. Чё там? Блин, там ничего не видно. Мне кажется, там темень. Сзади никого нет. А то эта игра полна опасностей и ловушек. Никто меня там не столкнет. Блин, офигеть. Где вы только появляетесь? Ой, блин, я чуть не обделался, когда он упал. Так, что тут? Не знаю. Так, там бонфайр дальше, да? Видимо, дальше босс, потому что тут такая локация. Дай бог. Итак, мы находимся в ущелье бездны. А у меня есть кольцо, которое...
кольцо Арториас, которое позволяет путешествовать по бездне, не знаю каким образом, и не знаю даже зачем его я делал, но вдруг. Почему-то тут у меня резко под ДТПС, непонятно почему, видимо внизу что-то есть. Вот. Да, конечно, локация, ужас. Бездна. Локация не из легких. Ущелье. Ну то, блядь, сука, не лагай, ну, бля. Ровно на 15 упала и стоит. Ровно 15 FPS. Чё за фиговина? Как же мод говно? Ну какой же говно? Почему они его не могут оптимизировать? Почему разработчики Dark Souls не могут... Сука, ты перестанешь лагать или нет? Почему разработчики не могут выпустить официальный какой-то патч, который бы решил эти проблемы? А почему все нужно решать вот самому игроку непосредственно, я не понимаю. Это какая-то карма или что это? Сука, еще меня сверху бомбят. В общем, жесть, офигея просто. Почему-то какие-то независимые, там, не знаю, люди, они должны разрабатывать моды. И тем более разрабатывать их настолько криво, что ровно падает на 15 FPS. Я понимаю, там, если плаги, там, минус 1 FPS, минус 2, там, минус 5. А это ровно на 15. Это какая-то, не знаю, карма. Что это, я не понимаю. Вот, ну ладно. Блин, сейчас только что опять не упал. Так, все, меч есть. Ну чё? Let's die. Чё там внизу, чё пропасть? Опа-на. Ой-ой-ой-ой-ой. Ручища. Опа-на, это что, дракоша какой-то или виде? А, понял, видите, какая рука. Да, бот. А, при включенном ровно падает FPS на 15 из 30. Держаться как больше ближе к нему. Сучка. Ну, он что-то не заходит к нему. Разбушевался. Прыгай. Ура. Вот читерская херня, когда души тебя влетят. Сука.
даже когда боссы используют такие херни, которые... Ой... Магию свою, которую... Вообще не одолеешь ничем. Блин, давай ты не будешь ерничать, а отдашься. Ему не могу завалить просто. Опоздал, но тем не менее. Нет. Давай, прыгай. Ну чё, собираемся мы его бить или нет? А убивать? Немало интересующийся вопрос. Ура, наконец-то мы его одолели. Ура. Ура. Фух, вот это босс сложный, очень сложный. Как будто камень со спины. Фух, наконец-то. Зашел бонфайр. В принципе, от этой местности можно переместиться, я так понял. И души, которые в бездне, вот здесь, в ущелье бездни, их можно завалить. Я это недавно узнал, когда случайно одну из душ тронул, и, как оказалось, с них вылетает человечность. Ой, ну куда? Куда можно под землей лачить? Так, куда? Так как мы... наверное, надо в священный сад. По-моему, мне кажется. Или святилище Алачи, черт. Я не туда. По-любому. Да, это явно не туда. Не туда. Перенестись. Да хотя тут можно пройтись, ё-моё, чё я буду... Только можно человечность. Старшение. Фух, ну босс, конечно, сложноват. Ну, ничего, мы с ним справились. Можно, в принципе, потратить душу на левелап. А можно починить снаряжение. Так, что у нас здесь еще? В принципе, все в норме. Как ни странно. Отлично. Надо нам, наверное, того дракона завалить, который меня завалил. Но я не знаю, это босс или нет. Потому что он пыльнул меня. Гляньте, их теперь тут двое, смотрите. Не знаю, завалю я их или нет. Ценами будет доспехи побольше, поболее набить. Мне кажется, что... Чё, убьём их? Ой. Куда собрался, типа, да?
Так, они особо... А, они не отнимают эти, вот этими фигнями. Второй тупо смотрит, так я понял. Так, останавливайся. Отлично продырявил. Еще один напас. Ай, не один напас. Фак. What the fuck? Фу, я думал мне хана. Все так думал. Если сматываем сердце. Фу, блин, сложные твари. Зато защиту не пробивает своей молнией. Ну, да. Ну, чё, иди сюда чё-то. А вот так вот. Ух, ракал. Который посильнее, мне кажется, будет. А, это у меня все, это мана, короче. Ой, мне мана, наверное, стеснее. Ой. Так, Кеш, куда ты залетел? Давай иди сюда. Будем сражаться на лаве. Очки протыкнул, не дотянулся немного. Подряю. Можно сказать. Ну иди сюда, чё ты. Все, наконец-то. Убил я этих двух барбосов. За них ничего не дали. Ай, че это за фиговина, говорит, что-то какая-то новая. Че это без награды остался? Ладно. Потешно. Ладно, так идем. Левел качать не будем, потому что у меня уже 105-й, я. Когда я играл за игру, как вы помните, я вообще был сплейф не выпускал, я тупо качался и докачался до 105 уровня. Это самый оптимальный уровень, мне кажется, в игре, потому что сейчас у меня вообще нету проблем. Вот, и есть проблемы с боссами, но это не зависит от моего уровня. Вот, поэтому как бы душ нас хватает. Ну ладно, давайте, друзья, на этом закончим наш летсплейс. Спасибо за просмотр. Всем удачного дня. Пока.